Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Huawei P Smart 2021 включить функцию показа заряда батареи в процентах около значка заряда батареи. Для этого переходим в настройки, затем в раздел батарея, и здесь вот у нас есть такая настроечка процент заряда. Можем отображать его около значка, или же можем отображать его в значке. Давайте отобразим около значка, мне кажется, так наиболее удобно. И на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!